Худякова Наталья Николаевна, учитель информатики средней школы номер 6 города Тарас, в сентябре 2022 года принимала участие в конкурсе «Панорама педагогических идей», организованном Национальным центром повышения квалификации «Орлео». Вам нужно будет распределить датчики, отвечающие за функцию того или иного устройства. Я выбираю датчик для устройства умного дома. Я выбираю датчик для устройства умных дверей. Уважаемые наши педагоги, поздравляем вас с завершением регионального конкурса «Панорама педагогических идей». Желаем вам, чтобы ваш творческий потенциал никогда не угасал. Спасибо вам за преданность профессии. Спасибо за поддержку. Желаю вам победы и удачи теперь уже в республиканском конкурсе «Панорама педагогических идей 2022». Мы вас любим! Желаем вам вдохновения! Вы самые лучшие! Спасибо за знания! Трудные вложенные участия будут не напрасны. Да поможет вам удача!